Всем привет! Хочу показать, вернее попробовать сделать вот эту задачку по баркодам. Автор там понавтыкал новых фишек, немного непонятных даже с инструкцией. Короче, приступим. Дается нам картинка с бутылкой Пеппера и вопросы. Действительно ли изображение выглядит реальным и похоже на то, что было снято камерой? Ну, то есть тут мы видим, что снято тупо. Неважно с чего, с телефона, с фотоаппарата, реальный объект, как бы, не с телевизора сфотографировано, не с компьютера, именно сделан живой снимок, скажем так. Поэтому мы ставим «да». Второй вопрос, обратно я спрашиваю, типа, выглядит ли снято с экрана компьютера. То есть это если у нас на компьютере есть картинка вот этой бутылки, и мы фотографируем фотоаппаратом экран компьютера, вот тогда это будет ответ «да». В данном случае мы ставим «нет». Дальше. Коробка штрих-кода на листе бумаги вместо фактических. То есть фактически это у нас вот фактическое. Лист бумаги – это лист бумаги. Это тупо, типа как на чеке или еще на что-то. Тут у нас реальный штрих-код, поэтому мы ставим «нет». Коробки штрих-кодов нет на куске бумаги. Дальше. Сколько этикеток бутылки имеет изображение? Ну, тут видно, что одна. Содержит ли название штрих-кода «Доктор Пеппер» или «ДП» в обеих этикетках бутылок? Мы ставим «да», потому что «ДП» у нас есть. Но тут такой парадокс. Может быть, многие читали инструкции, поэтому и вылетает. Вот у нас есть пример от него, четвертый. И тут получается две бутылки. Вот тут есть именно «Доктор Пеппер», а тут просто «ДП». И он пишет, нет, одно или оба названия штрих-кода не содержит доктор Пеппер. То есть, походу, вот это он имеет в виду, что не содержит доктор Пеппер. Почему? Не пойму, хотя это сокращение доктор Пеппер. И в вопросе, вопрос звучит вот, содержит ли название штрих-кода доктор Пеппер или ДП в обеих этикетках. Получается, что так, ДП у нас есть. А может быть, он имеет в виду, что в обеих должно быть либо доктор Пеппер, либо ДП в обеих должно быть. Вот что. Вот в чем может быть косяк. Скорее всего, тут он бракует, потому что на одной этикетке ДП, а на другой доктор Пеппер. Да, походу получается так, что если у нас две бутылки, либо одна бутылка с ДП, то мы ставим «да, содержит». Если две бутылки, либо на обеих ДП, либо на обеих доктор Пеппер, тоже ставим «да». А если на одной ДП, а на другой доктор Пеппер, то тогда мы ставим «нет, одно или оба». И уже если не видно или размазано непонятный штрих-код, тогда уже третий вариант. Так, ладно, тут мы ставим «да». Так, вот эти картинки, к чему он прилепил, ума не приложу. И по инструкции тоже ни хрена не понятно, по какому принципу мы должны сравнивать. Ну, мы будем искать типа дубликат. Я так себе думаю, не знаю, как другие будут думать. Короче, здесь у нас не похожа картинка. Так, изображение выглядит как на изображение один ниже? Нет. Ну, то есть в любом случае тут две бутылки. Тут этикетки другие. Скажем, тоже нет. Дальше тут тоже нет. Не похожи вот такие. Так, дальше. Сколько ярлыков бутылки снова? Так, теперь номер смотрим. Вот 408 в конце. Ищем, где у нас 408 на 2. Так, 078. 078, 83, 408, да. Все, отмечаем одну штучку и прям дальше. Так, следующая картинка у нас. Тут у нас походу скриншот с телефона, видимо. Так, фотография в принципе у нас реальная. Блин. Это засада, надо подумать. Так, действительно изображение выглядит реальным и похоже на то, что оно снято камерой. Но тут оно не снято камерой, тут походу скрин.
Инстаграм, туда-сюда, описание, вот, походу Android, скриншот. Ну, поставим как скриншот. Так, тут нет, тут да. Снято с экрана компьютера, ну, Android тоже компьютер. Так, коробки штрих-кода на листе бумаги или фактически. Ну, тут штрих-код фактически у нас, то есть не коробка. Не на листе бумаги. Сколько этикеток? Две этикетки у нас здесь. Так, дальше. Содержит ли доктор Пеппер? Так, тут у нас должно быть ДП не видно. И тут тоже ДП не видно. Вот и диет. И дальше не видно. Значит, мы ставим. Содержит ли? Нет, одно, нет, так, да, тоже так. Не уверены, один, оба, назначить штрих-код в размытый или не видны. Вот, вот так вот мы поставим. Дальше, тут у нас нет. Давай, крутись. Что подвисло, не крутится. Так, вот тут у нас похоже, блин. Похоже, очень похоже. Так, 408, 408, 401, 401. В принципе, одна и та же фотка. Так, ну-ка сравним тут. 1941, 00, 11. Вот тут одна и та же фотка, только тут более обрезанная. Значит, поставим «да». Но тут поставим нет. Так, дальше. Какие у нас тут? 401 и 408. 401 1 и 408 1. Все, едем дальше. Конечно, сомнения у меня, что там правильно, но думаю, что так. Так, тут у нас реальная фотка. В руке держит фотку. Да, реально не бывает. Так, значит, это не выглядит как с компьютера. Так, нет, реально, это фактически бутылки две. Так, ДП, ДП, вот как бы у нас на обеих ДП идет. Значит, ставим «да». Так, это мышь поставил. А, тут у нас... Не уверен. Ой, может быть, он уменьшается. Нет, вот уменьшил до конца. Уменьшаем до конца и не видно. Все равно ДП. Так, ладно, поехали. Так. Тут мы поставили «да». Далее. Тут у нас, естественно, не такая картинка. Да что так буксует, блин? Тут тоже не такая. И тут тоже не такая. Так, дальше номера у нас. 401, 401. 401, две бутылки. И заключительная картинка. Так, ну тут фотика. Тут нет. Так, тут реальные фактически две бутылки. Раньше доктор Пеппер. Так, ДП, ДП, вот на обоих ДП. Значит, ставим «да». Дальше изображение выглядит так. Ну-ка, что-то дальше. Две бутылки. Короче, все три нет ставим. Блин, все три поставил. Я вот одну пропустил. Так, три нет. И номерочки у нас тут есть. 408, 408, 408. Две штучки.
Фух, ладно, на всякий случай верну оригинал, мало ли чего у них там за причуды. Отправлю на оригинале. Ну что, господа, с Богом. Вот, 100%. Пошла следующая. Значит, таки да. Ладно, разберем еще одну, кому не лень смотреть, контрольную. Так, уже будем делать на оригинале, чтобы иностранцы понимали тоже хоть что-то. Так, у нас тут реальное фото. Не. С компьютера. Реальные штрих-коды. Бутылки две. Доктор Пеппер у нас. Тут ДП. И тут ДП. Значит, yes. Далее. Так, я столько вопросов, так плохо уделяется. Так, ну тут не похоже. Тут не похоже. Тут не похоже. Номерочки у нас тут какие? 408. Бляха-муха, как неудобно тут делать. Четыреста восемь. Две штуки. 408. Так, где у нас 408? Вот у нас 408. Две штуки. Так, дальше. Тут фотка. Не скрин. Нормальные реальные штрих-коды. Бутылки две. ДП. ДП, ДП. Yes. Так, имидж. Похож, не похож. Так, походу я понял, искать точно такие же. Дубликаты, короче, если есть здесь. Не похож. Не похож. Тоже не похож. Номерочки 401, 401, 401, две штучки. Такс, тут опять у нас реальная фотка. Ставим да, нет, реальные штрих-коды. Количество 2, доктор Пеппер, ДП, ДП. На обеих одинаково, прошу заметить. ДП, ДП. Ставим yes. Дальше картинки. Вот тут что-то похожее у нас. Надо сравнить. Тут 408, 408. Так, а ну-ка, ДП 90-68. 90-68, 01, 8М. Сосед ДП 90-68-01-41-8. Вот они, близняшки наши. Вот они, наши близняшки. Пусть эти чуть подрезаны, но вот даже видно жидкость тут. Вот есть тут пустая. Вот они, значит, это да. Обратите внимание. Будьте очень внимательны. Так, это похоже, но, естественно, остальные все пролетают. Так, 408, две штуки. 408, две штуки. Далее. Так, реальная фотка. Не с компьютера. Нормальные штрих-коды. Две птильки. Так, ДП, ДП. На обоих одинаково ДП. Дальше эти лежа лежат полные, нафиг нет у нас таких картинок. Все, наконец-таки я вкукал эту задачку. Оказывается, ничего сложного. Так, у нас тут 408. 408, 2 408. Оп, 408. О, кончилось что ли? Однако отправляем.
Поехала следующая. Все, ребятки, сейчас проверим историю. История. Вот они наши баркоды 100%. Так, не забывайте вступать в группу, кто желает попасть в группу по решению задачи. Контакты в описании канала. Вступайте в группу и выполняйте нормально задачки. Всем пока-пока.